гордо называемых инвестиционными, на самом деле идет речь. Если я дом начал строить и в него вложился, то я бабки в один день не выведу. Я буду продолжать строить и думать, авось пронесет. А вот если я краткосрочными спекуляциями занимаюсь, тогда почему бы нет? Я не поношу кулака и не прославляю сталинскую коллективизацию. Я готов этого кулака хоть бы и воспеть и сказать, что в обычных условиях, о которых грезил Бухарин, кулак страну бы поднял, по схеме от группы, но в предвоенных условиях он был несовместим с выживанием страны. И вопрос оказался поставлен ребром, или этот класс, или страна. Кулака-то я мог бы и воспеть, хотя, конечно, не так умильно, как деревенщики. А эту бабищу 0,5 с ее истериками в августе 2008 года ну никак воспеть не могу. И просто не понимаю, что делать с ней в условиях времени. Алло. Она страну сдаст и не задумается. Алло, здравствуйте.